Из пепла найти бессмертного короля. Всем привет. Сейчас я вам покажу один секретик. Так, у меня сколько денег? Который было нужно найти с самого начала. Здравствуй. Так, сейчас у нее купим кое-что. Металл. Железо. Железо, да, можно купить. До встречи. Спускаемся в самый низ. Самый-самый низ. Здесь есть такие вот, а вот одна турбина. Вон, видите, чуваки, проход есть, а чтобы пройти, надо выключить. Поэтому мы идем к рубильнику. Все, и мы на месте. Вот и ключ. Туда уже не пробить нельзя. Ладно. Мы нашли ключ. Теперь можно открыть. Там дверь была закрыта на втором этаже, что ли, по-моему. Да, здесь. Видите, нам надо наверх вон туда пробраться. Там что-то есть. Сейчас будем смотреть, в чем. Надеюсь, что этот ключ подойдет. Все, отлично. А вот и пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет, так. Прикольная штучка. Интересно, если его теперь прокачать, этот пистолет-пулемет. Сейчас попробуем прокачать, улучшить. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Эй, бродяга. Конечно. О, он улучшается за железо. Все, железа у меня больше нет.
Пока. Ладно. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да? Ну ладно. Спорацвет. Выпускает очередь разных пуль, которые при взрыве наносят 50 единиц урона. У меня полно работы. Так, вот он, спорацвет. У меня еще и снайперская винтовка есть, офигеть, а я не знал. Ну такое себе, честно говоря. Томпсон, мне кажется, лучше. Так, и по поводу пистолетов, это я пока так оставим. Ну все, ребят, вот вам хотел показать. Так, зайдем еще сюда. Здравствуй. Чем могу помочь? Конечно. Воды купим вот этой. Удачного пути. Ой, что я сделал, блин, взял, заюзал. Так, использовать блин на панель быстрого, вот, да, на панель быстрого. Все. Ну что, теперь можно идти в бой. Чуваки, ко мне подсоединился чувачок. Мы сейчас, я думаю, с ним должны, сейчас у нас все должно получиться с этим чуваком. Блин, в голову ему не стреляй. Апа! Он меня быстрее бахнул. Опа! Ё-моё! Бежим! Все, нас с собой завалили. Сейчас еще раз пробовать будем.
Так. Все, заходим. Хилок у меня больше нет. Вижу врага! Завалили уже, охренеть. Чему с той стороны. Так, не надо прятаться, сейчас полетят эти. Бежим, прячемся. Так, его завалили, я понял. А, блин. Зараза. Ты чё, чувак? Они идут!
Да ладно. Меня завалили. Все, спасибо, спасибо, спасибо. А, чуть-чуть не успел, приколитесь, блин, охренеть. Сейчас помогу. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Да, ёп. Да не, блин, это нереально его победить. Так, а мне опыт дали, да? Да, у меня одна там. Чёрт, нас заметили!
блин. Как ты, зараза, подскользнулся. Так, надо хильнуться. Блин, практически победили, охренеть. Давай, давай, долбим, долбим его. А, да ладно, практически победили. Блин. Ладно, сейчас чувак поможет мне, это будет круто. Или сам завалит. Пускай сам себя убьет. Ой, пускай он его убьет. Я убью себя, а он сейчас это пускай сам. Вот, да. Блин, охренеть. Че, серьезно, все? Офигеть. Но мы практически это сделали. Ты не прыгнешь, дружище. Ты не прыгнешь. Сейчас мы решим эту проблему. Так. Так, 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 где он? Пули кончились. Ох ты же попал, как он мне конкретно.
Давай быстрее, блин, тормоз. Юзай. Все, мы его одолели, охренеть. Все кончено? Наконец-то. Радиоактивный череп какой-то получен. Так. Мне талант 2 очка дали. У вас достаточно материал для создания модификатора. Чтобы создать новый модификатор, вернитесь в блок 13 и обратитесь к моим. Понял. Отстань от меня со своей болтовней. Что еще? Ну ладно. О, дыхание пустыни. Береги себя. Что-то нужно? Конечно. Ага, иди уже. Экс. Береги себя. Как дела? Пока. Здравствуй. Чем могу помочь?
Только лучше. Эй, бродяга. И баночек вот этих вот. Береги себя. Береги себя. Рад тебя видеть. Здравствуй. Эй, бродяга. Что тебе нужно? Броник можно улучшать. Пока.